В Советском открыли обновленную детскую поликлинику. Автоматизированная входная группа, крытая колясочная, электронное информационное табло. Все эти новшества появились в рамках реализации приоритетного национального проекта здравоохранения. После масштабного ремонта поликлиника преобразилась не только внешне, появились новые кабинеты. Теперь юные пациенты могут пройти ЭКГ, обследование ультразвуковой диагностики. Также прием будет вести детский кардиолог, эндокринолог и хирург. В учреждении работает открытая регистратура, современный инфомат, где можно получить талон на прием к врачу или заказать справку из нормативного документа. Чтобы поход к врачу не вызвал негативных эмоций, для маленьких посетителей придумали паспорт храбрости. После 5 отметок в нем ребенок может выбрать себе подарок в регистратуре. Появилась крытая колясочная. Автоматические двери, то есть свободный вход для наших пациентов. Особенно это, конечно, для маломобильных детей это очень удобно. И для детей маленьких, которые приезжают к нам на колясочках, очень важно, что у нас теперь в детской поликлинике прям отдельные два входа. То есть отдельный вход для здоровых детей и отдельный вход для больных детей. Больные и здоровые дети теперь у нас никак не соприкасаются вместе, потоки разделены.